очень умело использовал тот конфликт, который произошел с Украиной. Угу. То есть сейчас любое углубление интеграции с Россией преподносится как желание России отхватить часть территории. И этот конфликт, который разгорелся у вас здесь, на Кавказе, был спровоцирован в том числе для того, чтобы УДКБ развалилось. Ну, это не сказал бы, что проблема, отличие мягкой силы России, да, от мягкой силы Запада. Угу. Россия православная страна, она врать не может. Есть хорошая пословица: хочешь победить врага, воспитай его детей.